Опытные сельхозпроизводители, которые в аграрном бизнесе уже не одно десятилетие, далеки от панических настроений в связи с введением западных санкций. Запас прочности у нас есть, считает руководство крупнейшего в Европе и России тепличного комбината «Южный». Как главные овощеводы республики справляются в условиях нынешней турбулентности, в материале Фатимы Дауровой. Агрокомбинат «Южный» еще с советских времен является флагманом отечественной тепличной отрасли. Общая площадь составляет 148 гектаров, и по этому показателю он лидирует не только в России, но и в Европе. Годовой объем производства – более 60 тысяч тонн овощной продукции. Колосс овощеводства в условиях санкционного давления не только придерживается запланированного производства, но и прогнозирует увеличить урожайность. Производство на сегодняшний день, запланированное в начале года, выполняется, работает около 2000 человек, которые также выходят на работу, также работают, выполняют свои обязанности. Мы сегодня уже собираем каждый месяц несколько тысяч тонн овощей. Мы как выращивали, так и выращиваем, объемы те же, наоборот, еще и увеличиваем, и качество продукции улучшается. Санкционный вопрос затронул ценовую политику поставщиков. Рост цен наблюдается на удобрения и химические средства защиты растений. Некоторое беспокойство вызывает стоимость и наличие импортных составляющих, запчастей на специальное оборудование, которое обслуживает теплицы. Но здесь на помощь овощеводам приходит госбюджет и государственная поддержка по ключевым направлениям. На нас выходило правительство Карачао-Черкесской республики с тем, что чем они могут нам помочь. Мы озвучили им все эти моменты, которые изменились. Основное у нас в разделе выращивания овощей держит газ. Газ на сегодняшний день очень дорогой, и они сделали акцент на газ, и зампредседателя правительства все, что будут помогать нам и сделают все, что возможное, чтобы мы не почувствовали расценки и события на поставку. Вкусовые качества томатов и огурцов давно пленили жителей не только Карачаева-Черкесии, но и крупнейших мегаполисов страны. 4 года назад «Южный» стал выращивать баклажаны, которые на сортоиспытаниях показали себя с наилучшей стороны. Экзотический сорт «Бьонсе» отлично прижился на закрытом грунте. На площади в 1,5 гектара 2 раза в неделю рабочие собирают почти 15 тонн овощной культуры. Под оборот баклажанов выделено всего 12 гектаров. Венера Дураева, главная агроном агрокомбината «Южный», за 19 лет работы на производстве уже на уровне инстинкта чувствует каждое растение. С увеличением световой зоны, с увеличением дня, долготы дня, этот тоннаж будет увеличиваться за счет того, что мы уходим в весну, в лето, мы будем его все больше и больше собирать. В общей сложности мы те поставленные задачи и цели, плановые цифры, мы их должны достигнуть, как и в прошлом году мы собрали тот урожай, который мы планировали. В «Южном» имеется свой рассадный комплекс, развивается собственная биолаборатория. Ежегодно проводятся сортоиспытания, число гибридов увеличивается, внедряются в производство гибриды нового поколения. Качество продукции предприятия подтверждено дипломами крупнейших продовольственных выставок России и мира. Попробуем. Обязательно. Попробуйте, попробуйте. Как летом у бабушки в огороде? Мы вообще обработок этих не делаем. Здесь они чисто экологическая продукция. Без обработки у нас работают шмели, опыляют. Поэтому здесь никаких химических обработок мы всяких не делаем. Единственное, делаем обработки профилактические от болезней. Все там. А так, действительно, они вкусные помидоры. Сорт Фаберже. Сливовидные. Мы уже 2-й год выращиваем. Они очень налитые. Продукция комбината представлена в крупных торговых сетях страны. По словам заместителя гендиректора Мухаммеда Аубекова, роста цен на свежие томаты и огурцы не будет. Наоборот, ожидается сезонное снижение. Особое внимание руководство комбината также уделяет благотворительности. Свежие овощи поставляются в детские дома и районные центры республики по запросу муниципальных администраций. Фатима Даурова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.